Итак, друзья, внимание! Главный поединок сегодняшнего турнира «Октагон 39». Поддержите наших спортсменов. Представление бойцов. Внимание, в синий угол клетки. Бойцу 25 лет. Рост его 175 сантиметров. Вес 56,7 килограмма. Спортивные достижения. Призер Бразилии по борьбе. Призер Куритибы по борьбе. Призер Бразилии мастер комбат. Из Бразилии. Встречайте. Фабрисио Нунес. Красный угол клетки, его соперник. Бойцу 27 лет, рост его 173 сантиметра, вес 56,7 килограмма. Бывший чемпион Лиги Октагон в легчайшем весе. Кандидат мастера спорта по джиу-джитсу. Мастер спорта по джек-пи-джек. Он из Казахстана. Фот! Встречаем! Азат Максут! Рефери в октагоне Даурынбек Жакаев. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Пожай ручки по углам. Все готово к началу главного события вечера. Конечно же, напряжение со стороны болельщиков и сокомандников Азата Максума присутствует. Понятное дело, что это предпоследняя, наверное, остановка к конечной станции под названием UFC. Внимание, первый раунд! Поэтому все на взводе, но для нас это обычный поединок. Но не для Максума, сразу же оформляет перевоз в первых секунд этого раунда. Не получается законтролировать своего оппонента в партере. И снова бросок. Работает сверху Азат Максум. Да, такого натиска с первых секунд я не ожидал от Азата, на самом деле. Все-таки мы привыкли видеть Азата больше ударником, нежели борцом, да? И снова сейчас оформит бросок Азат Максум. Что же еще предпримет Азат? Неужели еще один будет бросок от Максума? Забирает спину, пытается закрепиться полноценно. Одну ногу уже просунул. Выходит на удушающий прием, близок к тому, чтобы завершить бой досрочно, но нет, наверное, здесь такого плотного захвата. Именно захвата шеи больше давление на челюсть оказывает Максум, но недостаточно для того, чтобы Фабрисио Нунес постучал в знак сдачи. В гарде, где же такой высокий гард, задирает ноги снизу Фабрисио Нунес. Попадает сверху, дайвинг панч. Снова заправляет одну ногу. Наносит удары. Не получается полноценно закрепиться в позиции бэкмаунта. Наверное, оно и не нужно, скорее всего, Азату. Достаточно такой позиции. Снова пытается. Возможно, план именно выйти на удушающий со спины. На рейрнеки чок. Но нужно ли это сейчас Азату? Снова выходит на но. Фабрицио здесь, конечно же, очень опытен в этом плане. Прячет свою шею очень искусно. Сразу же опускает челюсть вниз. Соответственно, не дает возможности просунуть полноценно руку Азату. Призывает к активности Даурынбек Жакаев. Резонно и законно со стороны рефери. Достаточно времени дал рефери для того, чтобы
улучшил свою позицию, но сейчас уже бойцы в стойке. Идет вперед со своей комбинацией. Размашистый удар. Понимает Нунес, что необходимо забирать этот раунд. Снова попытка проведения тейкдауна. К этому уже был готов Нунес. Размен и попадает в этом размене слева. Отличная комбинация. Тут же перевод без особых проблем сделал это. Азат. Пока что поединок проходит именно так, как нужно для Максума. Все-таки во избежание возможно риска в том, что есть шанс у Нунеса в стойке, решили. Решила команда, по крайней мере, Азатом. Я, по крайней мере, так думаю. Недостоверная информация. Все-таки контролирует своего оппонента в партере, что и в целом и делает. Максум наносит удары. Но ни в одной из позиций не может полноценно закрепиться, к сожалению. Азат ни в бэкмауте, ни в гарде у своего оппонента не может полноценно устроиться для того, чтобы наносить удары. Все время снизу активно работает Фабрисио Нунес. 38 секунд остается до окончания первого раунда. Много чего происходило за эти 5 минут. Держит высокий гард. Сейчас выходит на армбар. По крайней мере, на попытку проведения армбара. Забросил ноги. Неужели сейчас он рискнет для того, чтобы провести решающий прием? 10 секунд остается до окончания первого раунда. Вряд ли удастся сейчас. И сдается! Азат Максум одерживает досрочную победу в первом раунде. За 10 секунд до окончания первого раунда. Небәрі 5-6 секундтай қалды. Қателеспесем раундтың аяқталуына. Және шынымен де бұған дейінгі жекпе-жегінде партерде біраз қиыншылықтар болған, бірақ жарты жылдай уақытты бекерден бекер кетірмегенін көрсетіп отыр. Греплинг залынан шықпаған болу керек. Азат Максумның қазіргі рекорды 16-0. 57 келі салмақ үшін таңғаларлық рекорд. Осылайша міне октагон 39 турнирде өз мәресіне жетіп отыр. Давайте взглянем на самые лучшие моменты этого раунда и поединка в целом. Как раз таки победоносные. Удушающий прием. Мне казалось, что времени не хватит, однако постучал Нунес. Очень плотный был захват со стороны Азата. Но я напомню, что информационный партнер лиги Октагон ProSports.kz. Итак, друзья, внимание! На 4 минуте 55 секунде первого раунда удушающим приемом Тарс победу одержал боец из красного угла октагона Азат Максумов!